Это четвертый выпуск рубрики «Профитных контрактов». Суть данной рубрики прежняя. Я показываю контракты в CSGO, в которых мы с максимальной вероятностью уходим в плюс. На прошлой части вы насобирали почти 400 лайков. Именно ваша неимоверная поддержка дает мне просто невероятную мотивацию выпускать эту рубрику. Так что давайте насобираем 500 лайков, и я приступаю к пятому, юбилейному выпуску. Уже по традиции, сегодня тебя ждут три очень крутых и, соответственно, выгодных контракта в ценовом диапазоне от 4 до 6 долларов. А перед началом хотелось бы провести розыгрыш с 10 победителями. Первое место получит CZ желтый жакет, остальные 9 поскинут тег оранжевая Мурана из коллекции Север. Для участия нужно обязательно быть подписанным на канал, что, думаю, ты уже и так сделал, если смотрел предыдущие выпуски, и просто поставить лайк на запись ВКонтакте в моей группе. Именно по нему я смогу определить победителей. Результаты будут ровно через неделю. А теперь начинаем. Первый контракт будет стоимостью в 4 доллара 70 центов. Нам понадобится 10 скинов запрещенного качества из коллекции Спектр с износом после полевых испытаний и флоут не выше 0.176. Если по какой-то из причин ты не хочешь искать или ждать необходимый флоут, можно заменить 2 скина в контракте на немного поношенные. Но стоит понимать, что тогда и стоимость крафта будет уже равняться 5 долларам. Какой крафт делать, решаешь именно ты. В результате мы имеем одинаковый шанс на дроп АВП Горячечные грезы стоимостью 6 долларов 90 центов, М4 Опустошитель ценой в 6,5 долларов и CZ75 стоимостью 5 долларов по прайсу Steam. Лично мне очень понравился этот контракт, и я его проделал огромное количество раз. Мне довольно часто задавали вопрос, а есть ли в CS такой контракт, с которым абсолютно невозможно уйти в минус? И я серьезно задался данным вопросом, и в итоге, специально для вас, мне удалось такой найти, которым я хочу поделиться. Данный крафт из коллекции «Запретная зона». Необходимое качество скинов – запрещенное, износ немного поношенный, флоу скинов не выше 0.875. Минимальная стоимость такого крафта обойдется в 6 долларов. Я же, чтобы долго не искать подходящий флоут, приобретал скины по 62 цента. То есть лично для меня крафт обходился в 6 долларов 20 центов. В результате контракта мы с равным шансом можем получить Дигла Механа Пушка за 8,5 долларов, MP5 Фосфор за 8 долларов или же UMP Динамика за 7,7 доллара. И в третьем заключительном на сегодня контракте нас устраивают 2 из 3 возможных исхода крафта, то есть наш шанс равняется 66%. Для этого крафта нам потребуются запрещенные скины из коллекции Falchion. Я же использовал только один, Negev под названием Крикун, так как он является самым дешевым в своем сегменте. Необходимый износ после полевых испытаний, флоут не выше 0.218. Все скины для крафта обойдутся нам в 4 доллара 60 центов. В результате с шансом 33% мы получаем SG Cyrex за 7 долларов 70 центов, MP7 заклятый враг ценой в 7 долларов или же CZ желтый жакет стоимостью 3 доллара 10 центов. Еще одним плюсом данного контракта является то, что на торговой площадке новые скины появляются довольно часто, так что этот контракт оказался действительно очень простым в реализации. Также для поиска подходящего флота для любого из контрактов можно использовать известные для тебя обменники, а ссылку на мой любимый сайт по трейду, которым лично я сам пользуюсь, можно найти в описании.
А на этом сегодняшний выпуск подходит к своему завершению. Пиши в комментариях, что выпало тебе, или же просто делись своим мнением. Я его обязательно прочту и отвечу на все твои вопросы. Спасибо за просмотр и до скорых встреч!